Всем привет! С вами Кунынова Аня и интернет-проект Фаберлик Онлайн. В этом видео я хочу ответить на видеозапрос. Давно не снимала про программу Фаберлик Клуб. Это видео будет о ней, подробное объяснение данной программы, где это все взять и как это выбрать. На данный момент у меня накопилось 1474 бонуса накопительной программы. Бонусы начисляются за ваши заказы. Да? То есть, к примеру, если вы сделали заказ, да, вот абсолютно любой заказ. Давайте с вами посмотрим все, что угодно, да, допустим, давайте откроем одежду и аксессуары. Это сейчас самое ходовое в компании Фаберлик. Ну, давайте возьмем по цене, что подороже, и добавим любую вещь в корзинку, да, допустим, вот давайте купим сумочку за 45 бонусов, да, 6000, подкладка 100% полиэстер, вот, натуральная кожа крокодиловой фактуры, да, то есть вот такая вот очень даже симпатичная, кстати, сумочка. Добавляем ее в корзину, потом, значит, мы с вами переходим в эту корзину, и мы с вами видим, что мы с вами купили сейчас продукции на 45 бонусов. Если мы утвердим заказ и оплатим его до конца каталога, то у нас с вами перечислится эта программа в Фаберлик Клуб. То есть 45 баллов у вас перечислится на 45 бонусов. Да? И вот эти 45 бонусов, они начислятся в первый день, если вы оплатите заказ до конца каталога, в следующем каталоге. Да? Что получается? Это не значит, что я сделала 1400 баллов в прошлом каталоге. Нет, бонусы начисляются до 150 бонусов. Даже если вы сделали, к примеру, 200-300 баллов, все равно максимально у вас идет 150. Давайте почитаем условия по накопительной программе. Вот они, правила программы. Все очень легко, прозрачно. Все это найти не составит труда. Да, то есть и подарки идут от 5 бонусов. Тут опять-таки не обновил сайт, да, то есть сейчас они переезжают с сервера на сервер. Вот, и при оформлении заказа от 1000 рублей в ценах каталога, то есть 800 рублей по цене консультанта, вы уже можете забирать эти бонусы. Смотрите, бонусы можно копить, но бонусы также и сгорают. Самое главное, чтобы бонусы у вас не сгорали, вам нужно знать одно. А вы делаете ежекаталожные заказы, каждый каталог, да, то есть и оплачиваете их до конца каталога. Тогда у вас бонусы будут копиться, да, то есть это видео у меня созрело, исходя из того, что я сняла коробку подарков с 38 подарками, да, за бонусы, причем за 15 бонусов. Это получается, что я заказала... Даже не помню, сколько бонусов я потратила. Давайте умножим 15 бонусов на 38 подарков. Да, то есть у меня было 570 бонусов. И я их потратила на то, чтобы подарить друзьям, знакомым и всем-всем-всем подарки. Да, и причем я дарю подарки бесплатно, и я могу подарить 38 подарков. Значит, принимают участие все, только вы сделали и оплатили первый заказ, в следующем каталоге вас уже ждут подарки, которые вы можете выбирать сами. Если вы сделали, допустим, заказ на 15 баллов, вас ждет 15 бонусов. Если вы сделали заказ на 100 баллов, вас ждет 100 бонусов. Если вы сделали заказ на 200 баллов, вас ждет 150 бонусов. То есть за один период мы можем накопить не более 150 бонусов. Накопленные бонусы суммируются, если делать ежекаталожные оплаченные заказы каждый период. Чтобы сохранить, вот смотрите, тут в правиле написано, да, необходимо каждый каталог оплачивать и оформлять заказы. Какие заказы можно оформить? Да, порошок. Да, в этом каталоге там порошок, моющее средство для дома, в следующем там, допустим, порошок для цветного белья плюс средство для мытья посуды там, и может быть какое-то платьишко, да, или может, как вот я сейчас добавила сумочку, да, и в случае, если личный объем консультанта равен нулю, да, неважно, может быть, вы вообще не сделали заказ, а может быть, сделали, но забыли оплатить до конца каталога, и у вас будет ноль, то последние набранные, не сгоревшие
выигравшие бонусы будут недействительны. То есть именно последние. Вот смотрите, первый каталог, когда вы сделали заказ, не обязательно это делать в каталоге номер один, просто первый каталог с вашим заказом. Каталог регистрации, да, к примеру. Вы сделали ЛО 10 баллов, но у вас 0 бонусов, потому что эти 10 бонусов начислятся в каталоге номер 2 с момента, да. Но в каталоге номер 2 вы также делаете второй заказ подряд и на 15 бонусов. То есть у вас получилось 10 плюс 15 бонусов, всего 25. То есть если вы их не тратите, они у вас копятся. Их можно тратить сразу, их можно копить и накопить, допустим, ну, на комплект постельного белья или там на полотенце или на дорожную сумку, да, то есть то, что весит побольше бонусов. Далее, допустим, вы забыли в третьем периоде оплатить заказ до конца каталога, и у вас вот эти предыдущие сгорают, а 10 остается. Если же и в четвертом вы не сделали заказ, то у вас и предыдущие 10 сгорают. Да? То есть вот такая вот лояльная, в принципе, программа. Компания Faberlic лояльна ко всему. Вот. Но эта программа идет так, что даже если у вас сгорели все бонусы, то это не стартовая программа, и вы не слетаете с программы Faberlic Club с условий, вы можете в легкую возобновить ее, да, то есть вы сделали ЛО 50 баллов, да, к примеру, оплатили до конца каталога, и в каталоге номер 8 у вас 50 баллов есть. Давайте же посмотрим, что вы можете на 50 баллов вообще себе заказать, да, у вас 50 бонусов, да, вот смотрите, есть маски для лица, да, к примеру, они идут от 5 бонусов, это 50 мы делим на 5, и мы можем забрать себе в подарок 10 масок для лица, или мы можем забрать себе в подарок 5 кусочков мыла, да, по 10 бонусов, или мы можем себе, да, допустим, 50, если мы делим на 15 бонусов, да, то есть мы можем, 50 поделить на 15, да, то есть мы с вами можем забрать 3 подарка, да, то есть, ну, я, сами понимаете, в магазине, если вы покупаете 50 баллов в российских рублях, это от 3750, то есть от 4000 рублей до примерно 5000 рублей, да, то есть смотря какую продукцию вы берете, да, одежда идет половинчатый балл, а моющие идут половина полный балл, половина половинчатый балл, если они идут по акции. Вот, то есть получается 3 подарка, да, или вы можете выбрать какой-то подороже, допустим, подарочек, да, допустим, 2 подарка по 25 бонусов вы можете выбрать, ну, тут еще все по 15, да, смотрите, тут есть и мыло, и крема, и чаи, да, то есть все это вот идет по 15 бонусов, крема для рук, вот гели для душа, вот это все идет по программе по накопительной. То есть вам дарятся подарки за то, что вы просто покупаете в своем личном интернет-магазине за регистрацию. Да? Вот, к примеру, вы можете забрать влажные салфетки для удаления пятен. Кстати, очень стоящие салфетки. И, к примеру, можете заказать тоник-активатор. То есть, если вы ежеквартально делаете 50 баллов, к примеру, то вы можете забирать 2 каких-то хороших подарка подороже, да, то есть вот есть тут и средства, и жидкий спрей-пятновыводитель, и перчатки, да, то есть для экспресс-педикюра. То есть, или вы можете забрать один какой-то, ну, подороже, получше, да, вот видите, за 25 бонусов уже пошли дорогие хорошие шампуни, краски для волос, то есть абсолютно бесплатно. Если за стартовую программу берется 1 рубль, то тут с вас вообще ничего не берется, да, то есть смотрите, за 35 бонусов, да, тут уже ювелирная бижутерия, наверное, Флоранж пошла. И так, в самом конце, ну, давайте возьмем вот 5119 и возьмем, допустим, вот за 50 бонусов, какие есть подарочки, вот так вот, да. Вот вы можете взять один, допустим, ультракондиционер для белья. То есть вам гарантированы подарки, если вы делаете заказы от 5 бонусов ежекаталожно, вы уже можете выбирать себе подарки. Вот таким вот образом, да. То есть на данный момент у меня накопилось 1074 балла, но я ежекаталожно делаю по 150 баллов. Почему? Да, почему я делаю так много, если нужно в компании Faberlic всего лишь 50? Дело в том, что я нахожусь в звании 23% лидера, да, то есть я директор, вот, и я
На данный момент получаю еще за свои 150 бонусов назад по 23%, да, то есть это по маркетинг-плану, потому что мой личный заказ входит в мою личную группу. Что получается, да, 150 баллов я умножаю на валюту своей страны и умножаю на свой процентный уровень. И компания Faberlic мне возвращает за мой заказ еще и 2000 рублей. Ну, поверьте, в магазине таких скидок вам не сделают. То есть у меня скидка от цены каталога, так как я делаю более 50 баллов свои заказы, у меня скидка от цены каталога получается 26% вместо 20 на все, кроме одежды. Да? И плюс я еще могу забрать, к примеру, эти же самые 10 масок для лица себе, уже даже не 10, а 150 баллов мы с вами делим на 5 бонусов, да, это получается уже 30 масок для лица я легко могу взять. Ну и, конечно же, подарки за 150 бонусов, они уже идут такие. Так, минуточку, переключу сюда, перезагружусь. Да, вот перезагрузилась, да, и подарки, вот считайте, от 120 бонусов до 150, это уже дорогие какие-то витамины себе в дом, хорошие парфюмерные воды, да, вот сразу же на третью страничку листаю, да, тут и уже 175 бонусов на это надо копить, да, то есть, и, конечно же, самое-самое дорогое, это у нас с вами, допустим, набор из 3 полотенец, сумка для ноутбука, колье, да, вы можете взять, и все такое прочее. А вот, значит, это 505 бонусов, да, и также есть за 499 бонусов, да, то есть вот я коплю очень, ой, коплю очень много бонусов специально, чтобы взять что-то покрасивее, да, вот недавно я дочке на день рождения заказала ювелирное колье от Flarange, там написано было Love, вот, то есть можно копить и можно сразу тратить. Каким образом, да, к примеру, у меня сейчас, опять-таки, вот данная сумма бонусов, и я могу выбрать все эти бонусы, да, давайте посмотрим, я обычно выбираю что-то из серединки. Вот, к примеру, я вот очень люблю эту парфюмерную воду, я ее получаю в подарок, нажимаю закрыть, да, таким вот образом. Q10 нужно всем пить, кто после 30, потому что Q10 не вырабатывается организмом. Вот моя любимая парфюмерная водичка Platinum от Ренаты Литвиновой, вот, и таким вот образом я выбираю то, что я хочу, то, что мне нужно, да. Допустим, у меня в доме кончились салфетки от пятен, я могу вернуться куда-то подешевле в раздел и там опять-таки смотреть, ой-ой-ой, что же это такое, вот, и опять-таки там начинать смотреть свои подарочки, да, вот. Ну, давайте возьмем с 10 странички то, что мне хочется, да, вот, к примеру, я захотела блеск для губ, и я сейчас выберу оттеночек, какой мне нравится, вот я, наверное, этот хочу, я получаю подарок, да, то есть нажимаю закрыть, где эти подарки, эти подарки сразу вам падают в накладную, если, конечно, ваша корзина не пустая, да, вот, очищающий гамаш я очень часто беру себе в подарок, потому что вещь классная, и вот таким вот образом. И также мне говорят, сколько у меня потрачено и сколько у меня доступно, да, то есть еще могу 1000 бонусов потратить, а могу их и оставить, да, то есть как я захочу, как мне нужно, вот. Ну, на данный момент, если честно, я вот хотела бы сумочку для ноутбука очень, потому что она красивая, идет с логотипом Faberlic. Я часто езжу, да, вот недавно мы ездили в Доминикану, в Казань, в город Казань в России, да, то есть мы ездили в Беларусь, и вот сумочка для ноутбука это самое то, что мне нужно, да. То есть и смотрим, значит, доступно у меня 459 бонусов и потрачено 1015. То есть я могу их оставить и потратить потом, если вдруг мне еще что-то захочется, да, а могу их потратить вот прямо сейчас, если мне вот захочется еще каких-то подарков набрать для себя в дом, для семьи. То есть страниц на выбор, как вы видите, очень много. И я, так, почему?
от 5 до 119, до 109 есть, да, а от 5 нету, да, то есть я могу начать выбирать уже вот, допустим, от 45, да, то есть вот антивозрастная линейка, эксперт, очень часто беру патчи для похудения, да, мне не очень нравятся, очень часто беру мини-версии парфюмерных вод, они у меня стоят дома, и мои люди, когда ко мне приходят, Аня, у тебя есть ли такой аромат, я обязательно его даю. И вы знаете, мне очень нравится, что у меня всегда все есть. Вот, очень люблю эту тушь, но я ее так по бонусам за покупку заказала недорого. Да, вот, к примеру, совсем забыла, что у меня средство для чистки закончилось. Вот, пожалуйста, то есть вы можете листать, вы можете выбирать, и когда вы уже все наберете, или все потратите, или возьмете только то, что вам необходимо. Давайте с вами пройдем в корзинку и посмотрим, да, видите, у вас все отображается за 0 рублей. Что это? Обращаю внимание, что после поступления товара на склад заказ будет передан на доставку. Срок доставки зависит от вашего региона и выбранного способа доставки. Ну, ничего страшного, это, скорее всего, да, упало в автозаказ, не беда. Да, то есть парфюмерная вода, вот видите, все-все-все за 0, и вот одна единственная сумочка, которая у меня прошла. Да, и когда я нажимаю продолжить оформление заказа, эта продукция, если мне не надо каталоги, я их просто удаляю, если мне не надо, да, и смотрим, вот она у меня, Faberlic Club, списки товаров, и у меня четко написано, сколько я всего за 0 рублей получаю, да, то есть вот, то же самое промо для VIP-консультантов, я VIP-консультант, да, так как я делаю более 100 баллов, вот, я могу также заказывать еще и по VIP-у продукт с 70% скидкой, плюс мне еще вложили 8 купонов, скорее всего, за эту сумочку, я так понимаю, да, сумка стоит 8000, и мне вложили 8 купонов, угу. Да, то есть, и когда я утверждаю свой заказ, ну, 45 баллов для меня это мало, конечно, когда я нажимаю утвердить заказ, все эти до единого подарки мне приходят, да, то есть самая суть акции Faberlic Club — это делать заказы и на следующий каталог забирать подарки. Этого нет ни в одном магазине, потому что, во-первых, я получаю скидку обалденную, да, по 23% мне за мой заказ возвращается. Во-вторых, я получаю еще и вот такие вот дополнительные привилегии, что я могу все, что захочу, я могу легко еще и дополнительно заказать себе в подарок за 0 рублей, да, смотря какие заказы в дом вы делаете. Вот у нас девчонки иногда, это вообще, они набирают заказы по 500, по 600 баллов, да, и, ну, это круто, потому что вся семья пользуется Faberlic, и на самом деле рассказывают, как у них начало молодеть лицо, как они начали принимать систему управления веса и скидывают там по 5, по 10 килограмм, да, то есть а наша система управления весом, она безвредная, да, то есть она выводит еще и шлаки и токсины из организма, что очень приятно, да, все наши кашки на семени льна не такие вкусные, зато очень полезные и лечат наш кишечник, да, потому что семя льна, оно очень полезно именно для кишечника, а кишечник — это вся наша жизнь, да, кишечник — это весь наш организм, и даже наше лицо отражает здоровье именно кишечника. Вот, ну что ж, всем рада была быть вам полезной. Не забывайте, что программа Faberlic Club теперь превратилась в такой портмонет. Вы на нее можете нажать и можете почитать правила программы и вернуться потом и выбрать продукцию. И знайте, что если вы не хотите делать заказ в следующем каталоге, а в этом сделали, то сделайте в следующем каталоге, заберите свои бонусы, чтобы у вас сгорело как можно меньше бонусов. Да, бонусы однозначно сгорят, потому что если вы делаете каждый раз заказ, каждый раз они вам начисляются. Но если у вас большая сумма бонусов накопилась, обязательно их заберите, прежде чем пропускать заказ. С вами была Коннова Анна, интернет-проект Faberlic Online. Рада была быть вам полезной.